Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя Безумные мутанты. Так, сыграть в приключения. Это мы с тобой сделаем. А я могу кого-то тут прокачать. Слушай, ну я могу, например, Бибопа. Ух, до 80 уровня. Окей. Так, что у нас тут? Опа, я могу, ребята, открыть. И это у нас Рокстеди. Теперь он становится трехзвездочным. Нормуль. Так, и два персонажа двухзвездочных мы с тобой откроем. Так, первый это Леонардо у нас. А второй это будет Супер Ирма. Ну, в принципе, ребят, неплохо, я тебе скажу. Так, забираем здесь награды. Еще. Шикарно. Ну что, поехали в приключения. Посмотрим. Надеюсь, мы с тобой еще хваточку, как говорится, не упустили. Будем держать их в ежовых рукавицах. Так, у нас с тобой 13 500 мощей. У нашего противника 17, ну, практически с половиной. Так, и я смотрю, здесь у нас будет Рокзар. Так, секундочку. А нам не надо никого поменять. Например, взять Рокстеди вместо... Так, Рокстеди, у тебя сколько мощей? 2,2. Блин, я бы, конечно, Леонардо бы, наверное, поменял. Ну ладно, давай посмотрим, как тут пойдут дела у нас. Так, ну что, каменных стрелков сейчас, наверное, мы вынесем. Кейси Джонс лихо начал воевать против Рокзара. Мне это нравится. Мондагека тоже, как говорится, тут в сторонке не стоит. Бомбит этого динозавра. Вау. Я тебе скажу, тут вообще великолепно мы справились. Даже никакого сопротивления не было. Это для нас большой плюс. Ну что же, а здесь, как ты видишь, у нас будет выступать Кожеголовый. Что-то мне подсказывает, что мы и Кожеголового сейчас быстренько с тобой расклепаем. Ну-ка. Будет бросать в кого? Мондагека, да? Он хочет бросить капкан. И он попадает, в принципе. Но он остался здесь один. И... Да, дракончик тоже завалили. Следующая битва. Я думаю, мы до босса с тобой на изи пройдем. А вот с боссом будет уже, наверное, чересчур сложно, потому что мы будем проигрывать, наверное, там по мощам. И Тока тут, сколько у него? Раз, два, три. Три полосочки хп, ребята, у Токи. А, тут еще и Кожеголовый. А, и Муха еще. Ё-моё. Так, Ирма, молодец, красава. Тут не поспоришь. Так, давай, Мондагека. Нет, надо было тебе, конечно, лучше бы звездануть по Бакстеру Стопману. Сейчас, секунду, ребят, тут накаленная обстановка. Посмотри, что происходит. Либо мы, либо... Ну... Току вырубили. Так, теперь один на один. Кто кого, а? Понятно. Нас с тобой застанили. Муха застанила. Ты понимаешь, вот эта вот говномуха, она просто на меня повесила стан, и я ничего не мог сделать. И тем самым она меня разобрала. Ну ладно, мы отомстим. Так, у меня есть немножко мутаген. А, нет, не мутаген, я могу кого-то здесь... Ага. Еще открыть бойца. Майки. Это меня не особо радует, если честно. Мне бы лучше бы... Лео дали бы трехзвездочного. Вот это было бы классно. Вот здесь бы я был бы доволен. Так, что у нас тут происходит? Level up, окей. 81 уровень получает у меня Мондагека. А я, друзья мои, как говорится, вперед и с песней. Я должен отомстить. Единственное, что... Расстановочку, может быть, поменять. Например, я могу сделать вот так. Тут, видишь, что главное току разобрать. Он своими прыжками тут запарит просто-напросто. И вот все больше и больше, ребята, я склоняюсь к тому, что, по-моему, Леонардо надо менять. Дамаг, как говорится, дамагом. Но то, что он ватный, это, конечно, ну, никуда не годится. Ни в какие ворота. Видишь? А, его застанил опять этот мухобойщик, да? Точно, в стане стоит у меня Лео. Погиб он. Так, Кожеголовый получает по спине доской. И вот смотри, опять та же самая ситуация. Но здесь только остался Тока и Муха. Сейчас посмотрим, кто кого. Если мы Току быстренько с тобой ушатаем,
Ушатали. Быстренько, блин, ага. Так, ну предположим, он сейчас если в стан возьмет, а он возьмет нас. Все, ребят. Вот не хватает чуть-чуть, буквально каких-то микронов для того, чтобы победить, а? Какой-то опять у нас тут ривард крутится, вертится. Давай-давай, все это забираем мы с тобой. Кого поменять? Кого бы нам поставить, а? Так, во-первых, можем еще прокачаться здесь чуть-чуть. Ну-ка, давай-ка. Ага, немножко проапались. У нас, кстати, 40-й уровень уже, я только сейчас заметил. Так, ну что, забираем с тобой, наверное, опять же 100 кубков. Подожди-ка, а в инвентаре есть что-нибудь у нас? Нету. Взять мы с тобой ничего, к сожалению, не можем. Ладно. Может быть взять рок, кстати. У нас бибоп, кстати, с тобой трехзвездочный или двух? Давай-ка посмотрим. Бибоп у нас с тобой трехзвездочный. Хм. Блин, ну Лео, ну я не знаю прям. Может Ирму убрать пока, а? И поставить вот так. Давай для проверочки, просто гляну. Будет ли какой-нибудь положительный результат от этого или нет? Блин, ну Леонардо просто разбирает моментально. Видишь, у него уже здоровья практически не осталось. Да, Мондагек, конечно, молодец, но лучше бы он там бы дрался, да? А не с этими шитьками. Так, давай-давай, кожеголового. Есть, да? Ушатал же? Ну, добейте вы их. Окей, смотри, у нас остается с тобой Тока. И опять муха. И опять эта вшивая муха, а? Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Добиваем Току. Окей. Слушай, ну мухи теперь не справится с нами, со всеми. Она сейчас получит. Вот так вот. Слушай, ну отлично. Сейчас, наверное, уже скоро будет босс. Слушай, ну вот здесь, я думаю, мы победим. Вот этот вот чувачок вообще ватный сам по себе. Я не знаю, почему он тут выпендривается. Ага. Так, давай-давай, вот его со спины нужно бомбашить. Ну, мы переключились почему-то на Рокзара, да? Так, мы его вырубили. Давай теперь вот этим займемся. Как его там, Дрэк звать? Ну, посмотри, вообще ни о чем, согласись. Вата-вата, ё-моё. Так, я хочу посмотреть, когда у нас там с тобой босс будет. А он будет сейчас. И это будет Кожеголовый. Это будет Кожеголовый, друзья мои, вот он. Так, ну что, давай посмотрим, как у нас там пойдут дела с ним. А, он один. Один Кожеголовый, плюс Маузера две штуки, консервная банка и этот, каменный голем. Слушай, давай посмотрим. Если он не будет делать вот... А мы, видишь, в чем беда вся? Мы встаем все в кучу. У него есть массовая атака хвостом. О, так ему все, ему крышка, ребята. Тьфу. Ой, Кожеголовый, какой ты ватный тут оказался. Я даже сам не ожидал. Подожди, я не помню, что происходит? А, блин, вон у него полоска жизни. Я, ребят, забираю свои слова обратно. Никакой не ватный. Сейчас, секунду. Сейчас все зависит от того, как мы тут с тобой разыграем партию. Так, он на рок, кстати, переключается. Лишь бы не делал удар хвостом. А в остальном, в принципе, все будет нормуль. Слушай, да мы его распечатаем. Как пить дать, распечатаем. Рокстеди, молодец, красавчик. Ух ты, это что такое у нас? Ребята. Так, в любом случае, наградочку мы с тобой сейчас получим. И посмотрим. 25 тысяч мутагена. Шикарно. Так, я хочу прокачать. Прокачать. И, кстати, у нас с тобой здесь... Ага, воркшоп. Что такое воркшоп? Что-то какая-то мастерская. Только вот что она делает?
Так, ребят, напишите мне в комментариях, что это делает мастерская. Какие-то моды. Шестеренки, я не понимаю, если честно, что она делает. Так, ладушки. У нас с тобой мутаген есть, давай немножко прокачаем. Только вот кого? А у меня что, урок, кстати, 54 уровня? А, мы же Кренга с тобой хотели проверить, ё-моё. Точно, точно, Кренга. 70 уровень только лишь получает Крэнг. Мощей у него, ребят, по-прежнему мало. 1.53, то есть 1500. Слабоват он будет. Если брать его по сравнению с Рокстеди трехзвездочным, то, тем более, не забывай, что Рокстеди всего лишь 54 уровня. Мне кажется, выгоднее его качать. Ну что, мы с тобой пока отправляемся дальше на поединки, на арену, и смотрим, кто у нас тут будет. Ага, Рокзар и... как это там? Перма. Пурга, короче. Ну, она пурга-пургой, ребят, но... сейчас будут проблемы с этой ведьмой. Лучше бы ты, конечно, бы бомбил бы ее. Вон, как делает это Кейси Джонс. Так-так-так, она активирует свою суперспособность. Тихо-тихо-тихо, родные мои. Ну, давайте вы эту... кикимурту болотную будете бомбить. Вот молодец, Кейси, а. Вот это, я понимаю, боец. Как говорится, прицепился и не отцепился. До последнего ее бомбашил. Так, а у нас тут кто? Опять Рокзар. И все. Ну что ж, давай. Так, Бибопчик, да? Один на один с ним вышел. Мы сейчас ушатаем этого солдата каменного. По спине. Доской, правильно, Мондагека. Гранатка. Все правильно они делают. Так, Рокстеди что-то делает разбег. И я, честно говоря, даже не особо понял, куда он его сделал. В сторону вообще. О, еще наградочка. Так, ну что, 25 тысяч мутагена. Давай-ка. Все-таки я, наверное, буду сейчас качать Рокстеди, ребята. Что бы вы ни говорили, но надо его. Поехали. Потому что Крэнг Крэнгом, но... ты посмотри, видишь, сколько мощей. 2.4 уже. 2400. А у Крэнга в этот момент 1.53. Так что я думаю, что от Рокстеди здесь будет больше толку. Тем более скоро уже кожа головой. Буквально через два боя. Так, здесь у нас кто? Бакстер Муха, да? Бакстер Муха. Но я думаю, что с этими солдатами мы справимся сейчас. Ага. Так, Лео наяривает. Так, минус один солдат. Гранату бросили, все, отлично. Так, переключаемся все на Муху. Ой, бедная Муха, ты посмотри, что мы с ней. О, вот что вот делать, вот ты объясни мне. Рок среди какой-то невменяемый. Куда он все время убегает, не пойму. Ну что, еще один бой. И босс. Так, уже головый, Рокзар, Перма. Поехали. Так-так-так-так, тихо. Ну тут, да, тут кожеголову надо бомбануть, как бы в первую очередь. Так, Бибоп будет гранату бросать сегодня или нет? О. Отлично, минус Рокзар. Так, сейчас кожеголовый отдуплится. А это начинает уже бомбить. Уже активировала свою суператаку. Блин, Мондагека, ты как-то вот суетишься попусту. Давай вон ее, эту, швабру эту бомбить. Правильно, вот Бибоп молодец, бросает гранату куда нужно. Фу, даже все выжили. Ну, а теперь босс. Опять, друзья мои, кожеголовый. Так, и кто ему там в помощь дадут? А, никого, он один. Слушай, ну если он один, мы должны вырубить его. Хотя смотри, сколько мощей, ребята. 19,5 тысяч мощей у него. А у нас всего лишь 13,5. Офигеть, разница, конечно. Сложновато будет, мне кажется, тут справиться-то с ним, а? Так, минус консервная банка, минус вторая банка. Так, Рокстеди застанили. Так, давай вот эту консервную банку вырубим. Так, если сейчас разберемся с этим солдатом. По-быренькому. Молодец, Кейси. Так, все переключаемся на кожеголового.
Так, станет, кого он там станет? Рокстеди, да? Ну смотри, мы его со всех сторон покажу, чем Рокстеди стоит, отдыхает в сторонке у нас. Опа, теперь Бибопа, да, значит, застанем. Разбегаемся. Давай, 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 родные мои. Ну, Кейси там, конечно, выжигает по полной программе. Он просто как этот, неугомонная имба. Со своей клюшкой. Классно. Я даже сам не ожидал, что мы вот так с тобой быстренько пройдем. Так, а вот здесь уже, ну, зашибись. Здесь Муха, Рахзар, Кожеголовый и Тока. Вот здесь будет уже сложнее, наверное, с ними справиться. Ну да, вот чего только стоит один Тока. Посмотри на него. Посмотри на полоску ХП. По сравнению с Мухой, да, там, или еще с кем-нибудь. Это, конечно, жесткий типок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, Току, Току нужно бомбануть. Блин, Бибоп погиб, Кейси погиб. Ну, почти погиб, ребят. Так, слушай, ну, я не знаю, есть ли у нас шанс. По-моему, нету. Остается Тока, Кожеголовый, а у нас... А у нас только два бойца. А вот это вот печалька, ребята. А как быть? Я тебе сказал, что здесь, когда вот много персонажей дают, тут как бы шансов уже на победу намного меньше. Намного меньше. Как же нам с тобой тут сделать-то лучше, а? Да подожди, ты куда-то переключаешь? Какие эти? Мне не нужны твои монеты сейчас в данный момент. Дай мне сосредоточиться. Так, подумать хорошенько. Бибоп, Рокстеди. Может быть, Рокстеди убрать опять и поставить Ирму? Ирму, да? Убрать Рокстеди, поставить Ирму. 2,4К. Твою ж налево, а? А может быть вместо... Нет, лево должен быть. Ладно, давай посмотрим. Мне не хватает здесь массового урона. И массового такого, довольно мощного. Если Ирма будет сейчас правильно все делать, и Бибоп, кстати, не отдуплится как можно быстрее, то, возможно, здесь победа будет за нами. Возможно, опять же, не факт. Так, солдата уничтожили. Кто там у нас? Рахзара будем бомбить сегодня или нет? Нет, опять голову посыпались. Чего их там, блин? Трындец. Не выходит, ребята. Ирма все правильно делает, но недостаточно урона. Так, может быть, за счет прокачки, а? Ну а кого мне прокачать тогда, а? Кто мне может в этом деле помочь? Кейси усилить или же... Кейси или Мундагека, а? Если смотреть, то у Кейси мощей-то будет побольше. Понимаешь, да, к чему я? Мощей будет побольше. О, 81 уровень, 81. Тут у него уже 3К. А у этого только 2,8. Ладно, давай попробуем еще разок. Может быть, Ирму убрать. Да обратно рук, кстати, влепить. Или Кожеголового, а? Блин, Кожеголовый 2 звезды имеет. Давай еще разок попробуем. Оу, я что сделал-то? Кого я убрал-то? Трындец, я кого-то убрал, не того, да? Лео я убрал. Молодец. Я убрал Леонардо. Так, Кейси, 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 не погибай там, пожалуйста. Уже поздно, поздно, поздно. Смотри, как они быстро вырубают моих супер... Супер бойцов, а. Это только еще псих. Никак я не могу, а. У них у всех остается, ну там чуть-чуть буквально здоровье.
Блин, да как сделать-то? Так, ну что, кого мы с вами уберем, а кого поставим? Кужеголовый. Блин, не хотелось бы. Если все-таки вместо Рокстеди взять обратно Леонардо, а? Так, 24. У Леонардо все-таки мощей будет побольше, но опять же, он ватненный. Понимаешь, ватненький. Если вот так вот сделать, к примеру. Не, даже вот так вот. Давай попробуем. Блин, нам вот чуть-чуть не хватает, буквально, да? Конечно, вот Ирма очень долго простаивает. Я вот заметил, она просто стоит и нифигашечки не делает. Если бы она сразу бы применяла бы свою массовую атаку. Ух, ё-моё, нифига, бабахнула сейчас. Муху тоже вот эту бы застанет как можно быстрее. Так, тихо, кожеголового вырубили. Секунду, секунду, секунду. Вот, вот начинаем сыпаться. Хотя, погоди. Минус муха, и что, остается только лишь тока? Воу. А как это у нас так... Как у нас так идеально получилось все? У нас... Троечка выживших. Хе-хей. Нормуль. Вот это другой разговор, друзья мои. Совсем другой разговор. Так, здесь муха. Опять это перма, или как ее там звать? Перма, пека. Пикачу. Блин, ну Кейси хорош, конечно, да? Активный малый такой. Бомбит там не по-детски. Так, давай. Вот эту правильно муху со спины ее. Желательно бы, конечно, вот ей бы еще, чтобы перепало. Давай, Лео, прям со спины. Красавчик. Ой, как он молодец. Все, очередная наша победа. Еще и награда. Обязательно берем. Так, ну что, друзья мои, давайте-ка, наверное, мы... Ага, прокачнули. Я думал сейчас качнуть кого-нибудь. Слушай, ну в принципе, я офигею. Скоро враг будет уже иметь 20 тысяч мощей, а я всего лишь тут... Дай бог, 14 скоро получу. Ну-ка посмотрим, как у нас тут. О, кстати, тут два мага. Вот здесь как раз хорошо будет и Ирми, и Мондагеки. Давай, давай, сквозной, сквозной. Так, муха попала первая под раздачу. Отличненько. Во, 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 активирует. Блин, тихо. Молодец, Мондагека. Нашинковал. Слушай, ну нет слов. Просто нет слов. Вообще идеально получается у нас все. Кто-то мне нравится. Так, а здесь у нас кожеголовый и муха всего лишь. Ну-ка. Так, ну, маузеры, понятно, тут вообще ни о чем. В принципе, эти динозавры тоже ни о чем. Вот то, что Леонардо бомбит кожеголового, это прекрасно. Муху надо вырубить. Почему она противная, ребят? Потому что она станет. Она... Так, Лео, Лео, Лео отжигает. Надо чуть-чуть. Правильно, вот так вот Мондагека ему по спине. Все, минус. Так, и остается муха и динозавр. Ну вот и все. Очередная победа. Потеряли, конечно, Кейси Джонса, Бибопа. Но это незначительные потери по сравнению с ними. А вот и босс, ё-моё. Как же ее звать-то, я же забыл. Темпа, ё-моё, они... Как там ее величал? Темпа. Короче, ребята, Темпа и Кожеголова. Это вот два таких самых злобных противника. И не забывай, что это босс. Значит, соответственно, у него будет магия бомбить пуще прежнего. Вот если бы у нас, например, бы... Кто бы мог ее, например, застанить? Кожеголовый бы мог, да, конечно. Сейчас посмотрим. Она сейчас влупит. Она уже готовится. Во-во-во, понеслось. Смотри, смотри, что происходит. Так, минус этого. Давай, Лео, молодец, будешь сейчас и бомбить. Так, граната. Кейси. Так, сейчас Лео, если успеет, сделать супер. Она опять готовит. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну, нифига. Прикинь. Вот это да, вот это жестко. Слушай, тут, наверное, нам без кожеголового не справиться. Мне почему-то так кажется. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, прокачаем. Кожеголовый имеет всего лишь 2 звезды. Кто у нас может станить? Только кожеголовый. Ну и в принципе Бакстер Муха. Но они 2 звезды имеют. Ирма тоже имеет 2 звезды. Так, Рокстеди. Может быть, Рокстеди взять вместо Ирмы?
А? Как ты думаешь? Вариантик-то вроде бы дельный. Давай попробуем. Рокстед имеет, ну, почти 2600 мощей. Но мы с тобой лишаемся автоматически массовой атаки. Фиг с ним, поехали. Попробуем темпу эту вальнуть. Так, значит, убираем с тобой Ирму и берем Рокстеди. Поехали. Что у нас из этого получится, фиг его знает. Да что вы возле этого циплоката крутитесь, как я не знаю, под 1000 лет. Если нам ее как можно быстрее вот вальнуть, хотя бы половину хп у нее отобрать, было бы уже великолепно бы. Так, минус каменный саб. Вот, вот, смотри, что он творит. Вроде бы кажется, у нас столько, все бойцы целые, да, столько этого. А она сейчас начнет свою... Во-во-во, врубает. Вот ее в этот момент нужно станить, понимаешь? А у нас нет стана. И понеслась. Так, со спины, правильно, правильно, Мондагека. Молодец. Ну, родные мои, не подведите меня. Кейси, красавчик ты мой. Сделал завершающий удар клюшкой ей по хребтине. Молодец. Фух, наградушку. Ну что, ребята, неплохо идем мы с вами, да? Я вам скажу. Так, нам нужно еще 5 ПВП боев, но это я уже буду за кадром делать. Так, Рук, кстати, показал себя сегодня великолепно, поэтому он заслужил прокачку до, я думаю, до 70 уровня. Фух. Так, а что у нас там дальше, ребята? Опять будет, да, темпа? Я ее назвал перма. Конечно же, темпа. Но я думаю, мы займемся этим уже, наверное, в следующей серии. Я как раз попрохожу ПВП бои. Немножко, надеюсь, получится прокачать кого-нибудь еще, да? Ну, Рокстеди нужно до 80-го хотя бы поднять уровня. В принципе. Можно заняться сплинтером, тоже немножко его прокачать. Вообще нужно акцент делать уже на трехзвездочных персонажах, если честно. Потому что, ну, двухзвездочные уже сдают свои позиции. Уже очень-очень слабенькие. Ну, а на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.